паче для цих братьев. Всем привет! Вот в такую пасмурную погодку я хочу записать свое первое видео. Меня пригласили как режиссера участвовать в интересном документальном проекте, где режиссеры из разных городов России будут снимать людей, которые своими руками, собственно, создают нашу страну. Они все счастливы, вот это парадоксально. То есть у них очень простые жизненные принципы. Вот этот вопрос у меня возник, почему я-то, ну, что со мной не так, или что с ними не так? Я ищу до сих пор компоненты счастья. Куда потом вот эти вот колодки? Ну вот вы сейчас сделаете этот ботиночек и куда его? Колодка же уже, получается, не нужна. Как? А на нее затягивать вот. Видите, потом вот такие вот. Нет, а вот когда уже ботинок готов, саму колодку деревянную, куда деваешь? Потом вот на эту колодку ее вот так вот одеваю. А вы кто? Вы самая красивая. Проходите. Проходите. На съемке. Это что, реклама? Нет, документальное кино. Да вы что? Про людей рабочих профессий, кто работает именно руками. Раз, два, три. Что для вас является главной ценностью жизни? Да. Посчитайте до трех. Раз, два, три. Что для вас является главной ценностью жизни? В смысле? Сегодня был непростой день. Нам провели огромную экскурсию. И я сначала так прям меня захватило вот эти вот колодочники, ортопедическая обувь. Сам вот этот замысел, что люди умеют делать части других людей. Но, блин, нужного человека я не нашла. Я хочу сказать такую радостную новость. У нас сегодня, мы сегодня получили документы на землю. У-у-у! Теперь могу рассказать многим про себя, рассказать, куда же мы все-таки уехали. Цепляешь контейнер вон за этим. Да, да, да. И просто трактор стягивает. Выезжает и стягивает, и все, он упал на землю с метра. Ну вообще нихуя не будет. Ты не видел, как контейнеры падают, блядь? Я, если честно, кстати, видел. Подъем сам-то... Фигня, трактор потащит, это фигня. Самое главное, чтобы машину не потащило в бок. Но если ты... навалит, это пиздец.
Who's that? Daddy. Hello. Hello, hello. There we go. There you are. Where'd you go? Oh, there we go. There we go. Works. There we go. Here we got some people who want to say hi. Hi, girls. Hi, girls. Hi. Setting up another new group. Hello, hello. Hello. When in doubt, reboot. We're all back. When in doubt, reboot. I've had it for a long time. Our main projects this year are to finish the banya, put up the barn, and put up the milk parlor that has an apartment above it. So I don't know how far along that line we're going to get, but that's hopefully that's the goal. Bye-bye. Это наша ферма. Вид сверху. Ферма моей мечты. Мы хотим иметь коннотяга на нашем хозяйстве, поэтому вот мы с Ребеккой уже поехали. А это домашняя зона. Я ее покажу вам поподробнее. Вот это так называемый павильон, или павильон, или беседка по-русски. Такой маленький огородок на 17 соток. Ряды не совсем прямые, ну и не совсем кривые. Это у нас называется мальчишник или неудавшийся энергоблок. Как можно построить мальчишник, если не построить к нему соответствующий двухместный тубзик? Летний душ! The guy on the right looks like happy face. Ну чё, куда поскакали? На работу куда? Ну куда ещё? Домой поехал. Ну я в Дёмино сначала, потом домой. Ага. Ладно, жди в гости. Давай кто быстрее. Быстрее. Сука, как удал. Давай. Давай. Приветствую вас. Привет. На нашей небольшой ферме. Джастас. Эрвин. Как? Эрвин. Эрвин. Из Германии. Джастас. Алексей. Алексей, очень приятно. Костя. Джастас. Очень приятно. Николай. Джастас. Да, да. Хорошее место выбрал. Ну, как получилось. Я-то на землю жадный. Мне 60 гектаров надо было для своего проекта. Я каким-то образом купил 100. Даже сам не понимаю, как это случилось. Отстаем немножко от регламента. В прошлом году хотели кое-что успеть. Очень рано снег лег, поэтому в прошлом году мало очень успели что поделать, что хотели. Ну, в этом году зато хорошо работаем, потихоньку делаем. Вот. Да. Баню построим, и тебе поможем. Да, Колян сказал, за 3 дня уже. В России сегодня нету фермерской культуры. Был колхоз, 3 поколения, которые развалили. Поэтому тот человек, который является новым фермером в России сегодня, это городской житель. Это человек, который не испорчен негативным опытом колхоза, который смотрит на западных моделях, а почему бы не сделать это здесь у нас? Закрываем,
Хорошо, держите. Ага, спасибо. Построить там хозяйство или ферму своей мечты. Даже первое — это не уговорить жену, чтобы переехала на землю. Первое, что нужно сделать, это иметь четкое видение, ну, конкретно чего ты хочешь, да? Мой совет вам, когда у вас есть план, держитесь его. Делайте, как я говорю, не как я делаю. Клещевой энцефалит, менингиальную форму, средней степени тяжести, клещевой боррелиоз, безрентентная форма. Астенический синдром. У вас еще бронхиальная астма, неаллергическая форма с обострением средней степени тяжести на фоне отсутствия базисной терапии. Просто ну, поподробнее чуть-чуть расскажите вот ваши рекомендации после вот выписки. Ну, я говорю, мы сами говорим, что себя не накружать. Значит, у вас астенический синдром, то есть в течение 2-3 месяцев стараться меньше работать, больше отдыхать, больше положительных эмоций, меньше смотреть телевизор, меньше играть на компьютере, меньше пить кофе. Ну, а в остальном живите обычной жизнью. Hey, Ribbity. Hey. Are you? Упование мое, крепость моя ищи. На тебя уповало сердце мое, и ты услышу меня. Да, конечно, если мозгов бы хватило, то есть немножко, может быть, чуть-чуть меньше оптимизма в этом случае, да, то есть как-то вот брызгаться, как-то проверяться, чтобы клещ не укусил, чтобы не получился энцефалит, чтобы не получился боррелиоз. А что о нем переживать сейчас? Это как, знаешь, тебя отрубили ногу, и говоришь, а вот ты не переживаешь, что тебя ногу отрубили? Ну, переживаю, и что? Вот, ее нету, ноги-то. Поэтому просто, ну, идем вперед, живем. Самое страшное, что может случиться, это ты умрешь, и все. Хуже уже не будет. Thank you.
пожалуйста, о своей жизни. Папу убили. Мама узнала, повешалась. Мы остались втроем, две старшие сестры и я. Потом среднюю сестру похоронил, жил у бабушки, потом один жил. Вот как-то потом вот сюда устроился, начал работать. Здесь познакомился со своей супругой. Ну а дальше, как обычно, дети. Работа. Работа, семья. Опять работа. Опять работа. Так, ясно дело, что тут у меня вон грязи-то сколько на морде, лица, на платке пыли, насела. Ага, вы пришли на завод? Да, я пришла на завод, мне было 20 лет всего. А сейчас уже скоро 43 будет. Ой, 43 работаю, 42, 63 будет. Ну, то есть для вас работа это вот вообще такое? Ну, это, так, это, конечно, это, как сказать-то, ну, второй дом, что ли. Как выяснилось, у нее муж благозарещик. Она вообще закончила техникум и была без какой-то специальности. И пошла просто работать с мужем. Вот раньше вот так люди жили. Сложно только вот у меня и мне подобных, видимо. Надо жить проще, в общем-то. Thank you.
Мне прям необходим был вот результат какой-то осязаемой работы. Осознание, что вообще как бы ты приносишь пользу. Делаешь вещи какие-то серьезные. Со всеми вот, например, социальными специальностями, типа как я работал пиарщиком, там такого нет. Трепишься, что-то трепишься в угоду сильным мира сего. Изготовил пару вещей и начал искать свой первый заказ. И вот когда нашел первый заказ, стулья, люстры две сделал для кафетерия. И начал их через Инстаграм Сейчас, погодите. Дубль 2. Меня зовут Александр Сергеевич Пушкин. Я машинист экскаватора. Работаю в Евраз, Чеканарский горно-обогатительный комбинат. Цель в жизни – вырастить сына правильного, достойного, честного, умного, любящего. Чем горжусь? Женой своей. Почему-то все у меня к жене сходится. Почему я не знаю. Люблю жену свою, ценю ее. Самым главным. Но она является для меня семья. Что тут еще сказать? Александр Сергеевич Пушкин отказался с нами общаться, потому что ему запрещает жена. Жене не понравилось, что я ему звонила чаще, чем раз в день, но будет другой, видимо, герой. Осталось, если не 70. Все, погреем уже как. Я уже ночами не сплю, строю. Просто даже начальство, если говорит, что как-то не уверенно, они говорят, что все будет хорошо. Что этот цех никак не загнется. А ты бы стал рыбу разводить?
Здравствуйте. Я беру пруд в аренду. Буду выращивать рыбу. Чтобы разводить рыбу, мне нужен берег. Вот она, плотина. База у меня вот здесь планируется. Вот мне приснится рыба, я на рыбалку еду. Неделя проходит, все равно она мне снится. Вот я хожу, гуляю с рыбой. Вот по воде она плавает. Почему так, я не знаю. Бывает мутная вода. Ну, не важно, рыба просто снится и все. Знаю, мне кажется, выпрыгнем. Рыбки всплыли в пруду. Начальник пришел. Начальника. Съездил, форель выпустил. 10 штучек в пруд. Выходные. Плавает. Рыбовод. Думаю, может еще омуля выпустить байкальского. Будет жить, не будет. Не, осиговых так-то я вчера смотрел интернет. Им вода только холодная нужна. Там чир. Я вчера-то ел вот щекурта. Вообще классно. Тогда помнишь, рассказывал, на мясо поменяли. Похозе-то. Ты ел муксуна? А чё ел? Лимонада? Ну да. Я знаешь, что думаю? Землю только оформлю, я сразу же. Куплю саженцев, полную машину, полную газель. Чё? Нет, ничего. Красиво всё. Будешь ходить яблочки опрыскивать? Так же, как все жить, вот как роботы, мне неохота. Дом, работа, пенсия, зарплата, от зарплаты до зарплаты. И ходить, и терпеть. Мы на работе все терпим начальство. Терпим и прогибаемся. А потому что по-другому никак. Я буду начальником, так же придется моим работником быть. А кто у тебя работники-то будут? Папа да Вадик? И чё? Опа! Нет, а по-другому-то как? Лидер всегда должен быть, и он должен быть один. Не знаю, прогнется ли кто-то из них под тобой. Ну нет, им придется. Я просто никогда бы на это не решилась. Вот так вот в том-то и дело. Маленько денег купили что-то, не хватает, кредит возьмем. О. А так... А мечты надо это осуществлять. Аня, ты мне сказала, чтобы рыбок накормили. Иди строй. Кого? Спасай Сома, мама. Это же сомики. Там дохла рыба. Сома надо спасать. Оп, он дышать не может, Юрик. Плавает, он перестал дышать и впал в анабиоз, как рыбу. Да, видишь, дети накормили, они нам хлеба положили. Так пока... не надо было, Никита, столько корму-то бросать. Они уже немного. Конечно. Другой он еще упал. Муха где-то живет, муха приземляется, падает. Только проговорили, что все живет. А? Думаешь, что быстрее будет? Завод закроется? Или я свалю? Вкусно.
рыбок покормить. Вредные они, не хочет клевать. Удочку закидывал, нифига. А воду откачал, нашел. Плавают. Отнелестятся, наверное, скоро. Будут караси свои. Я их прям беру, они такие. Целовать охота было. Вот когда что-то свое, хочется все любить. А бегать по заводам, как многие люди, тоже не вижу смысла. С одного места на другое место. Это все чужое. Вон что-то пузыри пошли. Вроде карасики меня услышали. Как вот их звать, я даже не знаю. Овечек там бальками зовут, кошек кисками, собачек цыкают, а этих как? Хочется, чтобы у меня, блин, особняк был, чтобы у меня фазенда была. Вышел, футбол попинал. В гольф поиграл. Гольфовое поле как забабахаю. Ну, это так уж. Я сейчас нахожусь в женской консультации, чтобы снять вот этот сам процесс, побывать вообще в отделении ЭКО. В общем, вот мы сейчас ждем, когда нас проведут саму лабораторию. Не знаю, чего ждать. Смотри, как красота. Да что техника дышала? Вот так выглядит, видите? Тут эмбрион. Донорская сперма. По одному? Давай пойдем вдвоем. Я пытаюсь помочь женщинам в данной ситуации, да, которые не могут создать семью. Либо они создали семью, но она еще не настолько полноценная, как они ее видят.
каждый раз, когда я это делаю, мне это нравится. Такой достаточно четкий процесс, то есть тут не нужно воображение, да, вот. И я, понимаете, я ведь не разбираюсь в их проблемах, я не знаю, насколько все сложно. Возможно, она им и не нужна, эта семья. Видите, в этом и вопрос, делаю я лучше или нет. Кажется, я знаю, что я буду снимать. У меня, в общем, появилась просто бомбическая идея снять новеллу о том, что люди научились делать людей. Эта тема, к сожалению или к счастью, близка лично мне тем, что, ну, в общем, я давно хочу детей, но, к сожалению, пока у нас их нет, и я хочу в этом разобраться, чтобы, возможно, решить свои проблемы. Интерес российской экономики. Сил не хватает в цехах сварщиков, автомехаников, строителей, штукатуров, маляров, по данным региональных. Сибирские морозы попали в декабрьскую оттепель. На посадку Су-30СМ заходят, преодолев... до сверхзвуковой скорости. А зовут меня, позвала, можно сказать, моя романтика, чтобы строить большие, огромные самолеты, которые летали над нашей деревней. Я от них видел только удаляющуюся белую полосу, а сами самолеты, их не видно было. Но мечта была, конечно, чтобы зайти в кабину самолета, сесть на место командира, посидеть, потрогать штурвал. У нас, где окончательная сборка, туда ограниченный доступ людей. У меня такого нету, даже пропуска туда, чтобы пройти. У меня только изготовление деталей и все. Самолет.
кабина не для меня. Значит, в кабину сядете. Главное, красный, ничего в кабине не снимет. Кадр-то сделать можно будет? Какой? Фото? В кабине. Это вот в службе безопасности, мы уже потом после официальной съемок. Я к 42-й как-то разбился, потому что гайка, которой крутился болт, разрушилась по причине нарушения технологий вытачивания. Потом, когда провели экспертизу, оказалось еще несколько таких бракованных гаек. Дядька, который их точил, то есть у него инфаркт случился из-за того, что его ошибка была. Понятное дело, что ответственность большая. Да, мелочей нет в авиации. Один болтик дефективный, и все, весь самолет развалился. Летчик-испытатель, который наши самолеты испытывать. Мы их делаем, собираем. А он их. Сложно и страшно. Ничего, говорит, нормально. Да. Надеется на нас. Я привык, да. Это что за самолет-то? Су-30 МГИ, который я делаю 30 лет уже почти. Ну, с 84. Это подклепки твои, что ли? Нет. Мою под клепками под обшивой. Которая скрыта. Которые вот там вот все внутри. Слушай, а у нас ну, над вот домами-то? Который... Вот они вот, они вот они это летают, постоянно. Да. Ну. Совсем, конечно, это круто так. Столько кнопочек и рычагов. Но из них там всего 4 нельзя было трогать. Остальные все можно. Самый лучший самолет в мире. Вот разведи вот этого толка. Быстро заработал. Разведи. Металл можно чувствовать так же, как женщину. Руками ее ощущать, чтобы чувствовали твои пальцы, как он плывет, как тянется, в какую сторону он пошел. Сейчас вот такая идет политика, что вот рабочих никак не ценят. Я вот столько проработал в советское время, человек труда, он всегда ценился. Они герои и все были. И уходили когда на пенсию, ветеран труда был. Сейчас все эти звания получает только вышестоящее руководство. Для рабочих этого нету. Thank you.
самолетов мнения разделились. Кадры, на которых, как утверждается, запечатлены последствия одного из авиаударов. В районе города Тель-Бисе, на который были направлены удары, нет расположений боевиков исламского группы. Маленькая задрыгалась. Да про тебя, маленькая. Доча, давай тебя тоже сниму. Смотри. Потом тебя покажу тебе. Пузан маленький, пузожитель. Вот он, вот тут спина пузнула. Пошли. Вообще, конечно, наверное, я оказалась не готова к материнству, что ли. В общем, отравление, я попала в инфекционку, потом я попала в патологию в связи с инфекционкой, там 14 дней отлежала. Ну, как бы тяжело. Сейчас, когда, у нас дочь, я не должна быть такой же плаксой, как была до этого, как там из-за любого проблемы с моим здоровьем. У меня там истерика, слезы. Что, как бы, с дочерью так нельзя, она и мое состояние чувствует, и нужно более серьезно быть. Как? А чем вы дверь открываете? Пройди, санитар. Попроси у них это. Зажим. Ну, я понял, железо. Девочки, откройте вашу дверь здесь, а? Мы не можем проехать тут. Ничего не будет. Железо. Ну что, попробуй. Ой, все, спасибо, я довезу. Девочки, валик. Так, трубочку. Манжета. Проводник. Дышим, сами дышим через трубочку. Сейчас пусть отдохнет. Спокойно лежим, трубочку не давимся. Трубочку не трогаем. Все. Просыпаемся. Открывайте глаза. Все закончилось. Ты слышишь нас? Ой-ой, это кто? Это кто помер?
гемоглобин, СО2, гемоглобин 91 гранулитр. Ясно. Как у вас самочувствие? Ничего, легче. Давайте ртом подышите. Вдох, выдох. Живот не болит? Нет, сейчас не болит. Печень большая. Вы еще не проснулись? Вот тоже вот никого не трогала, а ее сбили, говорит, пьяный водитель. Господи, помилуй. Ага. А это не больно? Ну как это не больно? Болится ведь от слова боль. Травмы головы, бронхиальная астма, сахарный диабет, желтуха. Паки, паки, миром Господу, помолимся. Покой, Господи, душу усопших, раб Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Там двери не закрываются? Двери закройте, пожалуйста. Двери прикройте, пожалуйста. Просто дышать нечем. Все, закрыли скотчем. Не, ну правда, дышать нечем. Священник должен родиться священником, а не быть анестезиологом-реаниматологом параллельно священником. Вот я сегодня анестезиолог, а завтра я пойду, вот я, например. Сейчас брошу все и пойду сейчас священником. Я, конечно, смеюсь, но вот у меня внук, например, они его приучили перед едой там молиться. Меня даже бесит. Ну пусть молится. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Царю Небесному, Держи истинным. Царю Небесному, Держи истинным, Сия, исполняй сокровища благих и жизни, подателя, приди, весели истинны. И очистинный, Сия, скверных, спаси, влажь, души наши. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Каюсь тебе, Господи, каюсь тебе. Дашь мне, Господи, умно, плачу сидела и горько, помилуй меня, Боже, помилуй меня, о горе мне грешному, плачу сердце человека, покаяние есть, покаяние не слово мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачу сидела и горько. В самые трудные моменты жизни, когда человек находится на грани жизни и смерти, его посещает уныние, отчаяние. Унывать не надо, отчаиваться не надо. Имейте веру, что вот мы с вами подготовились к переходу в другую жизнь. Аминь. Самое трудное, ну, когда человек, наверное, умирает. Отца, Праведа, 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 Отца, Праведа,
Даже там вот эти артерии, там вены, нервы, мышцы, количество клапанов, потоку крови, все как-то оно по воле Божией. Зачем один крест снимать и рукой хватать? Одно целое. Человек, медицинский человек, а врач, он же священник. И все это в одном. Крещается раб Божий Федор во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Анимация. Сегодня 20 мая, и я не знаю, как это произошло. Но я сегодня родила. Еще немножко осталось, слышишь? Чуть-чуть. Уже немножко. Вечность. Вот сейчас совсем уже немножко. Ты знаешь, какая сильная у меня. Ну. Нет. Да, как это нет? 9 месяцев ждала, как ходила. И до этого сколько мы ждали. Чуть-чуть надо потерпеть, сегодня собраться. И все. Я ему буду благодарна всю жизнь. Терпи, не раскисай. Слышишь? Не раскисай. Не раскисай. Надо терпеть. Больно мне. Я понимаю, больно. Нужно перетерпеть. Да, надо перетерпеть. Я до сих пор не понимаю. Вообще, что произошло? Мы проснулись утром. Сегодня воскресенье. День какой теплый летний выдался. Дочь решила, что пора сегодня. Я знаю то, что не стареет и не тает.
Подержи, подержи, подержи. Вниз. Еще. Умница. 2950. Рост 49. Таисия Евгеньевна Васенина. Гармония вершин и впадин, касание небес, блеск глаз и звездное свечение. Еще одно такое же мгновение, и вечность станет с нами рядом.